читаю стихи. Михаил Светлов, итальянец, читает Иванова Лику, 13 лет. Черный крест на груди итальянца, не резьбы, не узор, не глянц. В богатом семействе хранили, единственным сыном носили. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполь? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал в луках далеком, как я грезил на Волжском приволье, хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пошел с пистолетом отнимать итальянское лето, но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собой, друзьями гордился, где были имена наших народов, никогда не звучат приводы. Разве среднего дона изучено? Иностранным ученым изучено нашу землю, Россию, оселье. Разве ты распахал заселье? Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ворца, из фамильного, вырастал до размеров могильного. Я не дал свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости, справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросан в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах. В 1943 году было написано стихотворение «Итальянец». Оно построено как мысленный диалог русского воина. Стихотворение утверждает мечту о мире, о братстве людей. Этим оно мне и понравилось.